Доброго времени суток всем, дорогие друзья, с вами вновь Готхант и Каспер, и мы продолжаем смотреть Dream League. Еще одно Best of 2 противостояние, в этот раз Vega и Empire. Да, имперцы продолжают свое шествие по Dream League, 1-1 предыдущий матч для них закончился, ну и посмотрим, смогут ли они здесь урвать хотя бы одно очко, а может быть и два, если вдруг перестанут пикать лондруида. Но оффлейн. Ну, здесь они уже не пикнут, потому что... Да, здесь против Веги. Них, смотри, берут сразу же лондруида, интересненько посмотреть. Ну, у Веги маг там умеет на медведя гонять. Помню, проходили, смотрели, там его тоже иногда фидели даже, но в целом он не фидел. Это уже важный момент. Да. Потому что не все... Для оффлейнера важный момент не фидить. Не собирать фид чей-то, а просто не фидить. Это уже неплохо. А если ты собираешь чей-то фид, то ты просто бог оффлейнеров. Урс Вориор. Да, все популярнее и популярнее становится медведь. Ну вообще, скажи кому-то еще, не знаю, год назад буквально, что Урса там на первой стадии пиков банов будет. Да не брал ее никто. Ну, на самом деле, конечно, ультимейт поправили знатно. То есть вот это введение аганима, которое позволяет из дизейбла выбраться, оно очень сильно влияет. Что Урса сейчас... раньше у нее как раз таки с этим проблема и была. То, что ее просто начинали контролить, и она не могла сделать ни одной тычки. Сейчас да. Все стало немного попроще. Плюс появились герои а-ля Оракл, которые также могут спасать вот, в подобных ситуациях. И поэтому Урса действительно стала чуть более актуальной. То есть тут не сам герой стал намного сильнее, а всего понемножку. И герой чуть лучше стал, и набор героев еще чуть больше там поменялся. В целом, да, в целом... Мета привела именно к этому. Пак в первой стадии. Вот этого я точно не ожидал. Не ожидал увидеть этого дракошку здесь. Ну и убирают тут же Леона, чтобы не было того самого героя, который может этого пака синициировать, запрыгнуть, захексить. И причем при больших вероятностях он сам с ним разбирается. С пальцем там пару тычек. Ну, возможно, мельчайшая помощь от тиммейтов там, в виде тычки или одного спыла. Минус Бестмастер также. Ну вот всех каких-то инициаторов Вега убирает просто. Да, не хотят видеть серьезных дизейблеров. Ну, просто потому, что пак от этого очень сильно страдает и от Леона, и от Бестмастера условного. И в целом, убрав этих двух героев, ты уже почти все убираешь. Плюс по Дурсу тоже очень круто они заходят. Я почти все в плане именно крутой инициации посола цели. С Урсой ничего больше и не нужно. То есть просто грамотно прыгнуть через два блинка там на Леоне, Бестмастере или на Урсе. И все, и вы убили цель первую же. Очень-очень быстро. Ну, либо ее там спасет какой-то условный там Оракл или там Дазл. Vengeful Spirit для Empire. Неплохо. Да, хороший станер, скажем так. Да и инициатор неплохой через свап тоже может начать файт. На внезапно. Напрягать. Ну и опять же, в смоке с ченом очень удобно гангать, потому что стан есть, Way of Terror есть. Опять же, это наверняка будет очень ранний Рошан, несмотря на то, что это Урса, который и так быстро его убивает. Тут еще Way of Terror, крипчики чена. Все вообще должно быть замечательно. Да. Кристалл Мейден от Веги. Танковато против Урсы и Винги, на самом деле. От Чуи Банша появляется. Да, но тут такой серьезный прессинг, то есть тут Урса, она будет просто как в роли сноубола играть. Если получится у имперцев задавить со старта, то Урса с блинком может нереально развалить. Кстати, про сноубол. Куда пропал наш дружаня? Ведь раньше Тускар был чуть ли не ферст пиком. Смотри. Фишка в чем? Он был ферст пиком. Объясняю вот одну из догадок, почему так произошло. Он был ферст пиком в то время, когда на мидле были очень популярные герои типа Лины, Деспрофит. Деспрофит и сейчас вот возвращается, поэтому сейчас я до этого тоже дойду. Там Инвокер, ну он не совсем слабый. Но в целом герои и Зевс, вот, и Зевс, ключевой момент. То есть что Лина, что Зевс, они очень уязвимы, если на них кто-то вкатывается. Соответственно, Тускар был тогда очень популярен, потому что он вот как сейчас Earth Spirit просто ходил, напрягал эту линию, сейчас этим занимается Земеля. Просто Земеля, он и в мидгейме очень-очень крут, Тускар уже становится намного слабее, только в определенных ситуациях становится сильным. И сейчас, с опять появлением этих мидеров а-ля там Деспрофит или Лина, Тускар тоже вроде становится чуть более актуальным. Но по-прежнему Земелья чуть-чуть лучше. Вот и все. Поэтому Earth Spirit и стал чаще появляться.
нежели Туск. Ну и ДС ласт пиком, тоже крутой пик по Дурсу. Во-первых, стянуть может по Дурсу, под клэп, и она размотает. Ну и самое главное, это Сюрш Нурсу, конечно, который дает максимальный мувспид, у Урси остается просто бить. Вот дистанция Сюрш... сокращается моментально, ты просто колотишь. Да, Сюрш, конечно, очень крут. Не совсем понятно то, что, ну, по сути, инициации у имперцев нет. Вот реально нет. Это либо винга какая-то со свапом, ну, это оптимальный вариант, допустим, либо все. Потому что Дарксир единственное, что может сделать, это, да, либо как-то стянуть, либо дать сёрдж, но Урса-то бежит она сама, себе потом хозяин. Соответственно, может получиться так, что Урса просто ничего не сможет сделать. Поймает какие-то корни условные, и все, и пиши пропало. Вега-сквадрон, последний пик, керри-герой... Не знаю, какой-то бойцовский керри-герой, мне кажется, нужен. Такой опять жирненький. Же, ну, Сларк не толстый. Может, не, ну, Сларк более... Спектра какая-то. Вот спектра может быть чуть медленно, а вот Сларк, в принципе, мне нравится. Почему? Потому что АОЕхи не так много. То есть, ну, что там, вакуум не есть страшен. Есть контроля мало, вот. Контроля мало. То есть, стан винги, и на этом как бы все. Если ты его заивейдил, может, тогда Эмбера? Эмбер. Ну, он да. Против Урсы слаб, естественно, но контроля мало. Соответственно, ну, Эмбер будет нормально прыгать, бегать. И сбить там банально флеймгвард толком даже нечем. Разве что какой-нибудь Айншелл. Кстати, Айншелл, по идее, должен круто его сбивать. Но все же это время некоторое. Это Рейскинг. Ну, вот тоже жирный, да, в принципе, понятно почему. И, кстати, он очень хорош против Урсы именно потому, что Урса съедает героя за один присест. А рейскингов-то два. Соответственно, если Урса тратит весь свой оверпауэр там, на этого рейскинга, он просто встает и все, как ничего не бывало, начинает драться. Так, ну что, поехали. Посмотрим, кто на ком у нас будет играть. И команда Vega Squadron. Сёма на брюнетке Crystal Maiden. No One. Пак, Соло, Нитроген, Bounty Hunter, Мак, Лондруид и в легкой FN Рейскинг. Да, ну и команда Empire, Afterlife, Darkseer, Stylianer 666. Stylianer? Да. Урса, Скандал, Death Prophet, Кингер будет катать на винге и Мипошка, Чен. Очень фановый бистмастер у Кингера. Сейчас, где он? Где-то в центре тут стоит. А, забавненько выглядит. Вся забавность, Роман. Я тоже заметил про это, но... Не стал комментировать? Я не правильно стал комментировать. Мы очень политкорректный и... У меня вообще этот жук мой с такой, знаешь, типа рукой вперед и подпись «Пикачу, я выбираю тебя». Ну что, Bounty Hunter. Леха Нитроген сейчас спалит Скандала, Мипошку, все это движло, да. Ну, понятное дело, что на ботом руне означает, никого не будет, не будет здесь даже маг пытаться ничего забрать. Сразу медведь наготове, чтобы уводить крипов. Тоже удивительного ничего нет. Ну, а Солыч попытается срезать курьера, хотя я сомневаюсь, что получится это сделать. А может, уже... забыли, кто его знает? Да, ну, редко бывает, что забывают. Ну, подожди. Вот он идет. А, да все, нет. Там выложили. Воруй ботл. Но он не знает, что он там лежит, вижен-то. Надо было под ступеньками оставить. Просто под ступеньками. Так, ну вот Солыч заходит, возможно, попробует тушкой даже заблочить спаун. Это было вполне логично, если бы он подобную вещь провернул сейчас. Возможно, бы заставил даже кого-то здесь центрячок воткнуть или еще что-то там духе. Но сейчас... да, он уже мертвый. Не очень хорошее начало для Дарксира. Я бы сказал, у Afterlife продолжается плохое начало. Подожди, он еще уйти хочет? Там станчик. Да, не-не-не. Начало было в предыдущей карте, только против другой команды, оно было примерно таким же. Ну, не ожидал он что-то. Может, проблема не в героях? Не хотел к этому как ты подвел аккуратно. Хотел просто максимально заивейдить это, но... Ты так опять гнобить игроков. Да не хочу, я вопрос только задал. Может быть, проблема не в героях? То есть я не... Ты смотри. Тут сейчас еще медведи будут пытаться забирать. Мак его не фидит так, как это делал. Не буду говорить, кто. Его имя нельзя произносить вслух? Да. Воландер Афтерлайф? Воландер Лайф, да. У нас тут скандал. Пока что высасывает пака, но пак держится. Держится вполне достойно. Ну, видите, Bounty Hunter. На самом деле, вот эта ЦМ-ка, которая позволяет Bounty Hunter вообще шоколадно себя чувствовать, ну, вгрызается в мипошку. Урбов феном есть, можно еще потыкать. Вот эта тычка, когда ты уходишь Season в инвиз. Виза, да.
Там вообще написано Fade Time секунды. Есть, есть он там. Все честно написано. Все честно, да. Все абсолютно честно написано. Вот сейчас зашел соло, увидел то, что в миде стоит центряк. У него есть собственный центряк, есть тангуз для того, чтобы подъесть. То есть все, он выиграл эту битву центряков в центре. Плюс у него еще один лишний остался. То есть у солочи пока все более-менее хорошо. Как дела тут у Afterlife? Afterlife по-прежнему первого уровня. Ему по-прежнему не дают подойти. Сема очень грамотно все делает. Вот Сэмка за счет того, что у него тут сейчас еще мангуз лежит. В случае, если Дарксир начнет быковать, просто возьмет его в колбу, даст ему три тычки, он не сможет подойти и так далее, и так далее, и так далее. Очень много зависит от ФНа. Если ФН будет грамотно держать сейчас линию на себе и не подпустит ее к Дарксиру, ну, вообще тяжело подпустить, потому что обычно там айншеллы. Скандал, но получал здесь несколько тычек, но съедает. Деревце. Он соло нормально забыковал. Вот, опять выходит СМ-ка. Она просто вообще не дает никаких шансов. Да, причем, вот, денает крипов очень хорошо сейчас FN, он как раз пока может этой темой заниматься, у него там 8 денаев, то есть Дарксир не получает вообще ничего. И вполне логичным решением со стороны Веги для того, чтобы загнобить окончательно Дарксира, было вот забанить еще этот спаун. Возможно, полностью прогнать его с линии. Ну, возможно, они хотят давать некоторый экспириенс Дарксиру, чтобы потом было выгоднее его убивать. Это как тактический фит, только тактический подкорм? Тактический подкорм, да. Ну, то есть ты иди где-то экспись, только не на лейне. Но мы все равно потом за тобой придем. Ну, неплохая идея. Кстати, соло сейчас найдет Чена. Может найти, вернее. И Чену будет совсем неприятно. Но либо же соло сейчас выйдет на линию к Дарксиру. Не на линию, а на вот этот кемп. И попробует его там принять. Вот сейчас пока Чен убегает с Clarity Potion. Ну, соло понимает, что здесь кто-то что-то... Только задумал. Что подфармливал, да-да-да. Ну, там у него еще обсервер стоит, поэтому вижна хватает. Чем занимаются имперцы? Имперцы занимаются тем, что Урса фармит. Медведя пока не гоняют, у медведя 10 на 0. Вот сейчас, правда, хорошо нападают, но Savage Roar моментально решает все вопросы. Вновь выходит Дарксир, получает плюху. Он уже, правда, целого третьего уровня, но это не мешает Crystal Maiden подойти, дать колбу и убить Afterlife. Ну, хотя, слушай, три хитпоинта осталось, три хитпоинта. Ну, это... На скилле называется. На самом деле, если бы Рейс Кинг еще на секунду остался, то он бы сам там погиб, потому что у него самого 70 хитов, и тычка от вышки его бы похоронила. Поэтому грамотный мув, то, что он отошел. Не, ну это правильно, правильно. Я к тому, что Дарксиру очень сильно рисковал. Ну, то в смысле, есть это... Математика. Да. Роман, я тебе говорю, смотри, разброс урона у Crystal Maiden 6. То есть, в принципе, она, возможно, заролила там нижнюю тычку. А возможно, он рассчитал все, что даже если он даст максимальную ему, он все равно спокойно на трешечке уходит. Я не исключаю таких исключительных математических способностей у игроков. Afterlife может. С медведем было трудно посчитать. Там очень много хп у медведя. А, и то есть ты погрешность вот эту на хп медведя. Погрешность слишком большая, да. Тебе когда надо рассчитать, то есть там еще бы кропали, он бы уходил все разы. Но так не получилось. Я понял. Так, у нас тут Леха Нитроген идет в мидл сейчас, там по-прежнему стоит его центряк, и он понимает, что скандала сейчас у него получится понапрягать. У Нувана пока еще пятый, но вот сейчас он может получить уровень 6, одного крипчика не хватает, вот со следующего крипа сразу ставится дримкойл. Не сразу ставится, 4 хп не хватило, ааа, какой фейл. Не хп, а экспы. Трудно было бы забрать. Да нет, ты просто ставишь дримкойл, он никуда не идет, ты идешь в упор, юзаешь сайленс, все. Как бы деспрофит просто стоит. На ботами прилетает Сёма, Afterlife. Далеко зашел, ну, вот решил колбу кидать на сатира, а FN здесь, скорее всего, погибнет, а ему на реинкарнацию не хватает просто тоже трех опыта. Что происходит? Опыт играет злые шутки с игроками. Дайте людям опыта! Да. Хлеба и опыта народу. Ну, пока Crystal Maiden здесь со второй аурой затесалась. И экспица получается потихоньку там 4.5, то и 5 левел. Но вот эта смерть Фэна, естественно, не к добру, если вы болеете за команду Вега. Я смотрю, Венга пока тоже толком ничем не занимается, просто бегает туда-сюда с тапком. Медведя, ну, конечно, апается. Она может. Четвертый уровень скоро будет. То есть это хоть какое-то занятие. Она получает тот самый опыт, который необходим людям. Жизненный опыт? Жизненный опыт. Вот Afterlife, смотри. В этот он тоже получает жизненный опыт. Не ну там контрольный на 126 вылетел. Ну, вот эту последнюю тычку, от которой он должен был, по идее, уходить как-то. И Сёма тут тоже Сёма умрет погибает, сейчас. Да. Да, 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 да. Ну, от такой деспрофит, конечно, тут никак не скрыться. Просто Дарксир байтил, значит, на себя. Что я? Ну там просто Дарксир, тут Crystal Maiden. Не сходится что-то. Это разные герои по роли, по нетворсам, по всему.
Тут есть свои какие-то вот нюансики маленькие. Как там, мы убили героя, и вы убили героя, но есть один нюанс. Вот тут это как никогда точно сказывается, если провести параллель со всем известным анекдотом. Ну что, возвращается Дарксир, Soul Ring, сапог, пока больше ничего. Смотри, байтит иллюзии на Баунти Хантера, не тут-то было. Я просто смотрю, как этот Баунти Хантер бегает с таким регеном маны, и я просто диву даюсь. Да, у него все великолепно. Да, я сам, когда катал на БХ, я плакал просто от того, что мне постоянно что-то не хватало. Все, мы тут опять хотят убить, но тут уже FN подошел, тут телохранители очень серьезные. Тут, по-моему, Afterlife приехал, да, в этот раз опять калькулейтед не прошел. Но через 2 секунды у Солыча должен появиться лист, но он не доживает, да. И FN, скорее всего, не доживет. А тут Пак подошел с Дримкойлом, и сейчас будет убивать Мипошку, и будут, вероятно, убивать тоже Скандала. Еще один крит прокает, ну и остается немного тычек навешать. Вот так вот. Как там, мы убили героев, и вы убили героев. Но тут вы убили героя, а мы убили героев. Все верно, тут только реинкарнация была у Рейскинга потрачена. Ну и Баунти Хантер тоже был потрачен. Это немножко грустно, потому что БХ бы здесь экспы нормально получил за трех таких сильных пацанов. То есть два кора, это Деспрофит и Дарксир погибли. Чен тоже не самый плохой персонаж. А Баунти Хантер пока бегает с третьим уровнем, бедолага. Вообще ни на что не способен. Ну, ему тяжеловато на 9-й минуте с третьим уровнем. Опять же, отсутствие трека сильно сказывается на команде. Ну, точнее, на упущенной прибыли, я бы сказал. Да, да, да. Правильнее всего, так сказать. Брать не надо быть подходит. Ну, байтят они на медведя. В итоге байт вроде получился, но Столянер ушел. Ну, так он с 7-го уровня, а не 3-го. Он может позволить себе уйти. Да, Солычу бы сейчас хотя бы один минус сделать. Вот хороший такой плотненький минус. Он, кстати, идет обратно за Урсой. Урса с момом, поэтому можно ведь и отхватить по щам. Но... Ну, даже если ты тычку сделаешь, на Урсе это никак сейчас не отображается. Она слишком быстро регенится. У него мом есть, там лайфстил работает. Так что извините. Да, не достает. Тут, кстати, реддентовский сентриак чуть-чуть до дайровского буквально. Пару пикселей. ФН уже 8 левела, выходит в армлет. Пак тоже 8 уровня, 1700 у Пака. Не достает до скандала. И ну заход и на Рошана, да, я так понял? Рошанчик, да, под момом. Пошел его месить, еще собаку подводят. Собака получает лещей от Рошана. Ну, это настоящий боевой друг, который забирает удары на себя. Так и есть, так все есть. Волк. ЦМ-ка заходит. А что это вы тут делаете? Нова, спалили, но Урса фуловая, пошла колбочка, собаку забрали. Это ужасно. Она, кстати, с транквильчиками подрубленными нормально здесь педали крутит, вот только-только недавно Чен сбил. Ну хорошо, стянули сюда четверых игроков Empire, идет Столианер, ЦМ-ка говорит нет, только не по лицу. А FN уходит, потому что у него еще 2 минуты кулдаун на реинкарнации. Да, ну и Солыча оставляют на топе. Сейчас немного получается по экспице, хотя бы там 5 уровень бы получить уже неплохо, но в идеале, конечно, 6. Да, все мы здесь на транквилах дает педали. Да, цемочка уже, да, как ты правильно отметил, 6, причем качает фризинг филд. На 6. Да, Сёма отчаянный парень. Оптимизм. Это называется оптимизм. Когда ты уверен, что ты кастанешь ультимейт против сетки, там, ченов, сайленса и так далее. На 6. Именно на 6. Скастую. Так, ну Пак тут тоже нормально пока разваливает. На самом деле, лучше вкачать, чем не вкачать, Роман. Понимаешь, а потом ты идешь в драку, ты понимаешь, что мимо тебя пролетели все станы, а ультимейта у тебя нет. Аура в двоечку, и ты смотришь так, ты думаешь, что вот он мой рэмпейдж стоит, а сделать я ничего не могу. Флэшбэки вот эти, да. И ты понимаешь, что игра прошла сквозь пальцы. Так, Соло уже, кстати, почти 6. Смотрю я. Затем, как он качается, доезжает армлет. В это время внизу будет падать сейчас тир 2, хотя тут есть телепорт. Пышется, она придется отменить, наверное. Ну, да, да, да. Такой себе мув был, на самом деле. Оптимистичный тоже. Я уже видел, как залетает этот человек в четверых, в пятерых. Не, если бы это был шейкер там с 6, я бы сказал, ну, норм, прикольно. Или ЦМ-ка с 6. Нет, ЦМ-ка с 6 нет. Шейкер быстрее, чем ЦМ-ка начинает работать хорошо. Вот ЦМ-ка сейчас видит Столианера, да, все всех там увидели. Ставится вот этот типичный вард. И сентряк тоже на случай, если вдруг этот вард захотят поломать малость. Ну что, Соло?
Крипы сейчас быстро очень просыпаются, да, кстати, поэтому вышку тут особо сильно не попустить. Все крипы погибли. Ждут Кингер, куда ты пошел, чувак? Я понимаю, что там... Свапайся! Вот сейчас. Самое время, на самом деле. Не, ну слушай, Кингер еще, возможно, здесь даже... Трейки, да, 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 так мало того, что там трейки, там ведь еще и сюрикен может быть закинут. Но вот сюрикен пока не закидывается. ФН пошел дальше быковать. Но вингу забрали. Винга реально слишком перебыковала, потому что, ну, команда от нее находилась, ну, очень далеко. Вот да это просветка, это не стан. Стан. Ты не Dragon Knight какой-то? Не, она вообще, ну, неплохо танкует, если ты правильно кинул стан и там вовремя умер, если у тебя там аура хоть немножко качана. Но аура тут вообще первого уровня, поэтому она даже демедж толком не подрежет. Единственное, что там сосульку могла кинуть на 250 и все. И идет выход в смоке. В смоке сейчас могут найти Afterlife, а? Ну, он зачекал, что крипов нет, злая шутка, но почему-то остался постоять. Не стой, уходи! Там собака, смотри. Роман... Завязывайте. Смотри, смотри, как ваши ролевые игры не сегодня, Ром, не в эфире. Хорошо. Afterlife зашел и ушел. Пак с Сайленсом сразу же цепляют скандал, а также урна на нем висит. Свап есть. И вот он, Новый год! Вот он, Новый год! Закончился. Два раза в год, Новый год, и щиток сейчас убьет Сему. Да-да-да, наивно выглядела эта попытка сделать телепорт из-под Эйншелла. Чен пока там во вражеском лесу развлекается. Слушай, Чен очень быстро выходит в Аганим. С него сразу арканы, уже есть поинт-бустер. И готов он встречать сейчас Эфена. Да, два клэпа. Пошел станчик. Эфен говорит, с армлетиком тоже не прочь бы повоевать здесь. Да дерись ты. 10 стиков, дерись. Не, ну он просто видел, что там Урса бежит. Там по варду пробежалась Урса. Ее там... размотать тоже. Да ее можно на самом деле размотать. Она-то с момом своим, ну, ей может отхватить. Два раза разматывать. Два раза разматывать лень. А там в это время хрум-хрум делает медведь. Мы-то совсем про него забыли. Точно, Мишка делает хрум-хрум. 2800 на руках и медасик. Ну да, действительно, к 15-й минуте будет сакрат. Ну, если его не остановить, то так и будет, скорее всего. Да не тот Мишка, которого останавливали. У него 0-0-0. Активный участник? Активный участник. На самом деле, этот активный участник на втором месте сейчас по нетворсу. Ладно, сейчас там на третьего немножко сдвинули, но скоро он всех там обгонит и перегонит. И в целом у Империи сейчас небольшие проблемки, потому что они 5000 нетворса проигрывают и 5000 экспы. Естественно, это, в принципе, одна хорошая драка, которую нужно выиграть, и все вернется. Но если вы вот так вот за ничего не делаете, в итоге получается что? Фармит ВК, фармит медведь. У вас героев, которые могут ВК и Медведя обоих убить, практически нет. То есть Урса, она может, конечно, с одним справиться, но с двумя сразу очень тяжело. Ну, про Пака не стоит забывать. Он с этим даггером, он очень мансящий. Его трудно убить, а он нормального магического дэмэджа раскидывает. Много очень, скажем так, рейскинг. А получил 11 уровень, вторая реинкарнация. Ну, на самом деле, я бы не давал ему получать 16-й. На 16-м. Ну, вот драться с ним вообще неудобно, да. Он, конечно, совсем становится противным. Сейчас у него уже там криты по 650 вылетают. Сейчас уже с Феном драться не каждый захочет. Да, еще с этим армлетиком там поигрывает. Выход от Урсы, и не получается забрать. Тоже хорошо прочитал этот момент, потому что вроде как вардов там не было у Фена. Ставится Сентриак. Пытались подцепить здесь Леху, но Леха... Нитрогена? Ну, Леха нитроген. Как ты можешь догнать Леху нитрогена? Никак. Это на закиси. Ну да. Всем фанатам Веги и в особенности Лехе предлагаю сделать такую наклейку на свою шестерку. С Лехой нитрогена. А тем более, если вас зовут Леха. Дримкоил, скандал. Пошел станчик, есть свап, но Дримкоил при этом порвался. Кингер, будет ли трек, есть трек. Не пошел дальше ФН, шуклэп. Ну хорошо, дропнешь. Ну вот, а дальше, да, дальше а что дальше делать? Что? Пошел ТОС. Тогда бить Урсу. Сейчас, погоди, ну Урса там пока еле живая пытается уйти. ЦМ-ка даблкил, ЦМ-ка просто пришла, начинает навагонить. Она же здесь просто сейчас всех развалит. Затуя, нет, сайленс, сайленс ей дают, но тут пак. И это фраг еще и на Afterlife. Триплкил! Все, вопросы к Новому году. И вообще, все, у меня нет вопросов к этой Crystal Maiden, я заткнулся. Смотрим Fight Recap, цемочка, 1545 урона больше всех в команде. Вопросы есть? Нет. Вот. Отлично. Да уж. Все неплохо делает сыграно. Треками.
Ну там Bounty Hunter 1600 вывез. ЦМ-ка 1400 золота вывезла. Знаешь, когда у тебя появляется мека после сразу одного файта и 500 сверху, это момент, когда ты выигрываешь в лотерею, я бы назвал. Потому что, ну, денег не было, ты бедолага, роумишь по карте, ты Леха нитроген, и тут оп-оп-оп, и все хорошо. Моментально, в одну секунду все становится замечательно. У тебя появляется тут вытер эти циферки и джекпот. Джекпот. Ну не джекпот, полторашка, ну близко к джекпоту. Не, ну, для Bounty Hunter это джекпот. ЦМ-ке тоже неплохой джекпот подъехал, потому что у нее практически готова линза сейчас. А линза на такой ранней стадии, там на 17-й минуте для Crystal Maiden, ну, вообще замечательно идет. Да, причем ее еще в миде ненадолго оставили дофармить, видимо. Да, вот он, Azerlands. И Радианцу Медведя. Ну что, как бы, вопросы есть, в принципе, к этой игре. Потому что 12 тысяч перевеса уже у Веги по деньгам и 12 тысяч по экспириенсу. Только-только Миканзм подъезжает к Дарксиру. Вот Урса. Урса здесь, конечно, совсем непонятно, чем должна заниматься. Конечно, Рамзесу тут не позавидуешь. Но, к счастью, играет Сталиатер. Так что... Рамзес тут ни при чем. Рамзес тут ни при чем, да. Ну, опять эти пошли бородатые шутки про смену никнеймов. Ну, в целом, как я уже и говорил ранее, то есть есть две цели, Медведь и Рейскинг, с которыми... Которого надо убивать два раза, не стоит об этом забывать. Урсе очень тяжело справляться с такими задачами тяжелыми. Она вполне прямолинейный Медведь такой. Тут еще треки пошли раскидываться, совсем скоро пойдет. Ну, не хотят отдавать тауэры, правильно делают, потому что Чен узкопрофильный герой, он может выйти попушить, может не выйти и не попушить. Вот и это, в это время пофармить лес. У него вариаций особо-то много нет, героев он где-то напрягать особо не может, потому что лучше не появляться на карте, когда тебя ищет Леха Нитроген. Поэтому лучше сныкаться. Дарксир еще классно кинул Айншелл на Урсу, попытаясь подстелить у нее крипов, но Урса так, знаешь, аккуратненько-аккуратненько доджит крипчиков, оббегает их, подходит чисто на ласт хит. Говорит, я знаю тебя, хитрый Дарксир, но нет, не так все просто. Минус Т1 сейчас будет моментально на ботами. Подходят, ну, под даурами, просто начинают месить. Мейки, лайфстилы. Аура ЦМ-ки, это просто машина для сноса ТВРов, на самом деле. Ману никто не экономит, у всех ее более чем предостаточно. Вот стоит Bounty Hunter, у нее 4,5 регена в секунду. Да, для него лучше не придумаешь. Он еще и Аркан Буцы сейчас нажимает, в итоге все фуловые стоят. Скоро, возможно, будет Guardian Грифс, если еще хотя бы там один успешный замес он проведет. Ну и Тир 2 также падает. Может, что на Тир 3 можно попробовать пойти? Там скоро Майлштром будет у ФНа. Вот только-только Юул подъезжает к Деспрофит. Ну, там по Нетворсам и так все видно. Я думаю, никому ничего объяснять не стоит. И Мишка очень уверенно грызет сейчас Тауэр. Отходит. Отходит. Отбрасывается пак. Там бояться на самом деле нечего. Кого бояться? Урса без Эгиды и с Момом. То есть она Эгиду прыгает, можно она можно забрать сейчас. Просто сходить и забрать на самом деле. А, кстати, да, Рошан же уже появился. Вот-вот. Я думаю, что сейчас Сёма проверит. Возможно, где-то новое и пойдут туда. Если там ничем другим еще не проверяли. Забирают Эншентов. Мейлшторм готов. Гиперстоуна пока у Мишки нет, но сейчас будет. Ну и маг за чеков Рошана. Мне кажется, готовы они подраться 5 на 5. Не готовы Team Empire, которые даже не выдвигаются в сторону Рошана. Ну, они хотели бы, но что поделать. Вот, смоук есть. Да, смоук используется и забегает. Смотрим. Сталианер 6-6-6 забегает первым. Тут его готовы уже принимать. В действительности сейчас Соло тоже заходит в передовую. Да, здесь Рошанечка еще немножечко под минус арморили. Пошли первые треки. Пак! В четверых влетает! И ты посмотри, все под сайленсом. Никто ничего не может сделать. Пошли сюрикены. И как же разваливает FN. Ну, тут, кажется, неплохо сыграно. Скандал пытается еще пожить. Присосался кому-то. И Сёма новогодит, конечно же, не забывайте. FN даже в первый раз еще не смогли убить. Да, это минус 4. А Урса что? Урса прибежала и убежала. Вот. Как бы вся Урса. Медведь, который не смог. Урса, посмотри, урон внимательно. Вот Fight Recap, нанесенный дэмэдж. Там что-то нарисовано, но не написано. Ну, возможно, там так нарисовано, что лучше... И знаешь, не писать. Стыдно писать просто. А вот даже 103 Чена написали, причем явно завысив вот этот столбик по сравнению с 2500 Disprofit. Урсу решили лучше не позорить. Сделаем вид, что это был баг, она не зашла в драку, мы не посчитали. Она зашла в драку. Можно было полученный дэмэдж написать.
Оно тоже нормально бы смотрелось. Кстати, да, вот полученная, думаю, что тоже очень полезная графа. Возможно, стоит... смог втинковать. Ну да, да, да. Это нужно, я думаю, ввести. Я думаю, Valve уже давно приняли эту установку. Микошка получил плюху. ФН получает стан. Решили расправиться с ранжевым бараком. ФН получал, пошел ТОС. Ну, и пак, по-моему, сейчас развалит их здесь. Да, орб полетел, Урса еле живая. ФН в первый раз получилось убить, но у него еще Аегис, не забываем. Соло начинает сюрикенчиками также подразваливать. Отличная ГГ. Арба и плюшка от Солыча. Неплохо сыграно, действительно. Замечательная игра от Виги, очень уверенно. Но если мы посмотрим графики, по сути, с самого старта игры ребята вели по экономике. И просто вот после той драки провальной на миде, кажется, она была. Ну, нельзя забивать на медведей. Почему команды сейчас взяли привычку забить на какого-то оффлейнера? Но они только что поставили своего медведя, и они знали, чем это может закончиться на линии. Почему они сами так не попробовали сделать? Вот лундрует 3-0-4, то есть никаких смертей, да, изначально у мага все было невеликолепно. Там пытались его гонять и так далее, потом что? Потом ничего. Потом от него ушли, он стоял спокойно у себя под вышкой, фармил крипов, собрал мидас, на 15-й у него был сакрат, на 17-й рейдианс. Дальше, ну извините, ребят, теперь у вас таргетов для фокуса более чем предостаточно. Это СМ-ки с Новым годом, паки мансующие, Рейс Кинг с реинкарнацией, ну либо бейте медведа с 2700 хп и мясами от рейдианса. Пожалуйста, выбирайте. Дэмэджа такого, чтобы зафокусить это сразу все, банально нет. Ну, вот его просто нет. Есть экзорцизм, это периодический дэмэдж. Когда Баунти Хантеру подарили меку, он его практически мог нивелировать нажатием одной кнопки. Ну, плюс-минус, да. Вот в итоге просто перефарм в один момент, плюс Урса здесь действительно была не лучшим пиком. И, как оказалось, вот и Венга толком ничего не делала, и Дарксир тоже ничего не делал. Там погибал часто об эту Кристалл Мейден. Ну, в целом, молодцы Вега, хороший выбор героев.